Доброго времени суток, YouTube, уважаемые аудио-видеослушатели моего канала «Новоуральск в огне». Только что прошла информация, что горит свалка предприятия «Утилис». Горит она очень сильно, ее никто не тушит, пожарные в курсе, но ее не тушат. Ее нельзя потушить, ее можно только проливать, проливать, проливать. То есть это повторяется история из года в год. Наступили жаркие денечки. Июль месяц, сегодня у нас на дворе 13.07, и соответственно горит эта свалка Утилис с мышьяка содержащими веществами. Вы все знаете, уважаемые новоуральцы, что это было из года в год, у нас такая ситуация повторяется. В прошлом году страшно все это горело, позапрошлом году горело. Мы травимся ежедневно, каждый день. Появляются в соцсетях описания того, что содержит в себе эта свалка. И прямо прямым текстом говорится о том, что присутствуют мышьякосодержащие вещества. В определенных форумах эта информация проскакивает. И, соответственно, рекомендуют люди закрывать форточки, не выпускать детей на прогулки и так далее, и тому подобные вещи делать. Но все это полумеры, все это несерьезно. Факт остается фактом, что нас травят. Эта свалка должна была исчезнуть с лица земли уже многие годы назад, то есть в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом году. История повторяется, вы знаете, или как комедия, или как трагедия. Я думаю, что рано или поздно это приведет к трагедии. Рост заболеваемости, смертности и тому подобных вещей. Но это я сейчас не паникую, не накручиваю, я только констатирую факт. 13.07, горит Утилис, свалка Утилиса. И мы продолжаем с вами благополучно и медленно умирать. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!